Всем привет, ребятки! Вы на канале Dudaplay, и мы играем в Майнкрафт. И я хотел вам рассказать, какая вот у меня есть карта интересная. А вы видите, значит, домик фермера. А это пшеница, вот такое пшеничное поле. Смотрите, какое оно большое. Сейчас мы поедем, взлетим на квадрокоптере. А, вот такое вот пшеничное поле большое. И у нас здесь, как вы видите, проезжает комбайн. Сейчас мы поближе к комбайну подъедем. Вот такой вот комбайн, который якобы убирает поле. Ну, вот у него здесь косилка стоит. Такой вот комбайн. И оставляет сноп сена. Солома, да, вот идет у нас. Солома остается. И тут какой-то примостился уже коровка. Коровка примостилась и хочет кушать. А еще что есть интересного на этой карте? Красивая водичка, в которой можно купаться. Так, ну тут тени, все понятно. Все красиво, конечно. Но давайте пойдем посмотрим, что это такое вообще стоит. Это пугало, ребята, смотрите. Да, это пугало. Вот такое вот. Интересное. Овечка сидит. Ты что здесь ходишь? Будешь помогать пугалу отгонять всяких мобов? Ну ладно, бегай. Давайте посмотрим, кто это. Это жители, смотри, а что они здесь делают? Привет. Так, разговаривать со мной не хотите? Ну ладно, не хотят разговаривать. А эти, смотри, что-то тут, смотри... Ладно, извините, я вам помешал, да? Разговаривайте, хорошо, дальше. Мы будем дальше смотреть, что у нас здесь есть. Что это такое? Это какой-то автомобильчик. Автомобиль, который... или трактор, который развозит сено. О, ребята, да это же этот грузовик. Офигеть, давайте попробуем сюда зайти. Ох ты, подожди. О, ты что так быстро закрываешься? Все, мы теперь в машинке. В грузовике. А как выйти отсюда? Ага. Так только эта дверь, да, открывается? Все, вышли. Получается, это грузовик, который перевозит сено, да, так понимаю, солому вот эту сено. А это маленький грузовичок, который эту сено, солому отвозит сюда. Да, привез он сюда. Так, здравствуйте, я фермер, да? Ушел от меня. А что здесь еще находится? Здесь какой-то типа выставка, и люди ходят, смотрят. Ну, это какой-то пожарный автомобильчик, похож на пожарный автомобиль. Большой. В него тоже можно залезть. Так, крюк стоит. Давайте сюда попробуем зайти. Ага. Ну, ничего интересного, ладно. Дальше посмотрим. О, а это что такое? Что это такое? Непонятно. Это прицеп, ребята, для автомобиля, тоже грузового. Так, прицеп стоит. Два таких амбара. Давайте зайдем, посмотрим, что находится в домике. А это, получается, смотри, сено они тоже поднимают в дом. Это, видимо, может быть, даже и не дом, а просто какое-то зернохранилище. Тоже какой-то автомобильчик стоит. Да. Походу, это зернохранилище, где они хранили свое сено. Так, тоже какой-то автомобильчик. Давайте пройдем, посмотрим дальше. О, вот это вообще интересно, ребята. Это самые настоящие элеваторы. Элеватор, который превращает просто зерно в такие вот снопы соломы. Но он работает, можно его включить. Получается, также вот лестница есть, где можно как-то обслуживать этот агрегат. Не знаю, как он работает. Сейчас попробуем его. Или так. Включить. Ну, не суть. Сюда высыпается зерно. И дальше. Смотрите, курочки еще какие есть. Попадаются еще утки, селезни. Вот, смотрите. Селезень, селезень. Пошел, побежал куда-то. Давайте проследим, куда пойдет селезень. Видишь, на меня смотрит.
Они, как бы, курочки и селезни здесь ходят, потому что здесь, видимо, осталось остатки есть зернышек, семян, и они едят. Ну, ладно. Вот что самое интересное, это дом фермера. Смотрите, какой он большой. Какой огромный дом фермера. А это что такое? Тюрьма какая-то? Решетка. Ну, сейчас мы зайдем, посмотрим. Открываем. Так, это, конечно, не парадный вход. Это, ну, ладно, зайдем. А здесь уже ходят тоже люди. Вот он, парадный вход, кстати. Вот крылечко. Большое, давайте глянем. Да, пошлите посмотрим, что же там внутри дома. Дом фермера. Так, тут интересно. Кухня, давайте посмотрим. Ох, нифига себе. А вы что, тетушка-повар, да? А как вы залезли на... Извините, а как вы залезли на стол? Странный какой-то человек. Бабушка какая-то. Которая тут, видимо, может, работает. Она кушать что-то готовит. И не уточка бегает. Ты что, хочешь утку зажарить, что ли? Утка, убегай, я тебя спасу. Убегай отсюда, тебя хотят зажарить и съесть. Ну ладно, давайте откроем дверь. Уходи, уходи, утка, отсюда. Нет, видимо, это какая-то кухонная утка, которая ходит, живет, видимо, на кухне. Давайте посмотрим. Есть столик, большие панорамные окна. Там, кстати, видно, что работники ходят, просто ничего не делают внутри. Ну, базарят, разговаривают. Может, у них выходной сегодня? Слушай. Возможно. Так, есть тортик и печка какая-то. Давайте понажимаем на кнопочки. Ничего не происходит. Ой, это что такое, господи. Как это все сделали, интересно. Так, это у нас понятно, что... Давайте поднимемся на второй этаж. На второй этаж нашего большого-большого фермерского дома. Так, я вижу, здесь какие-то работники стоят. Видимо, они делают ремонт. Или обсуждают, какими обоями наклеить здесь стены. Извините, здравствуйте. А что вы здесь делаете? А, вы смотрите домик тоже, да? Как и я. Вы пришли на музей или что такое? А, я понял, ребята. Они пришли устраиваться на работу к фермеру. И там пока готовится вкусная запеченная утка. Они здесь ходят и ждут ужин. Так, вот такой вот домик. Тут видно, вид открывается на фермерское поле. Большое-большое такое поле. А здесь вид на горы и на солнце. Закат как раз сейчас идет закат. Очень красивый вид. Давайте, ребятушки, поднимемся наверх. Смотри, здесь есть еще, получается, какой-то чулан. Ага. И окошки, смотри, давайте зайдем, посмотрим. Ага, окошки его тоже на поле. Виднеется там поле. И видно, что солнце заходит очень быстро. И скоро будет, наверное, скорее всего, ночь. А здесь что видим мы? Да, ребята, смотрите, как... Быстро темнеет. Все, давайте на поле еще взглянем. Ага. Вот, смотри, уже встает луна. Но у меня есть кровать. Давайте ее здесь поставим. Кроватку. Вот так вот. Что у нас тут? Крестьянин. Бабушка, здравствуйте. Уже ночь вообще-то, а вы спать собираетесь? Ложиться? О, все. Она легла спать, бабушка. А мы посмотрим, что находится тут. За окном. Ух ты, смотри, как красиво. Да, все освещается. Поле. Таким солнцем как будто. Ладно, тоже давайте ляжем, поспим. На улицу, конечно же, ночью мы не пойдем. То что страшно. Мало ли что там. Вот, все утро наступило. Солнышко светит. Пойдемте на поле. Сходим на поле. Посмотрим, работники работают уже или нет. Вот. Так, а вы тут еще ходите? Ребята, давайте я вам хоть кровати здесь поставлю. Будете спать, что ли? Почему бы и нет? Потому что работников там много. Как раз кровати поставим. Такое спальное место. Да, ребят, как вы поняли, мы здесь будем жить.
Немножечко все это улучшим, где-то что-то добавим, где-то что-то уберем. Здесь прям большая-большая комната, так что пишите в комментариях, что мы здесь поставим, что будет интересно. Ох, какое яркое солнце. На улице у нас гуляют чилдобреки, очень много. Тоже моя, кстати, кровать, видимо, кто-то на ней спал. О, какая-то тупа большая. Так, давайте, это у нас калитка, зайдем сюда, это на поле получается. А как на поле мне зайти? Тут, получается, нет входа, что ли? Так, ё-моё, смотри, сколько тут птичек, уток. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте сделаем где-нибудь здесь вход. Вот, например, вот здесь. Потом я сделаю, поставлю сюда, конечно же, калитку. Ну, а пока давайте погуляем по полю. Какое большое поле, ребята. Это все наше богатство. Это все наше зерно, пшеница, которое мы будем с вами собирать. И разводить, конечно же, животных. Делать хлеб. Кормить соседей. Вот, смотри, корова ходит, бегает. Да, работы много здесь. Работы здесь много. Вот надо сорняки вот эти убрать, чтобы они не росли. Так что этим всем, ребятушки, мы займемся. Давайте поднимемся наверх. О, смотрите, какое большое-большое поле. Да, ставь обязательно лайк этому видео, подписывайся на канал, и мы будем, ребята, продолжать снимать здесь видосики, как мы здесь будем выживать, что мы будем здесь еще делать. Все, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Да, кстати, пока не забыл. Пишите в комментарии приветы. Передавайте привет, а я вам передам в следующем ролике приветы. Всем пока-пока.